Здравствуйте. В эфире программа «В центре внимания», в студии Евгения Монакова. Сегодня будем говорить о любви к школе, а точнее к биологии, потому что на студии сегодня находится учитель биологии школы номер 10 Благовещенская Илья Уточкин, а еще по совместительству он полуфиналист проекта «Классная тема». Здравствуйте, Илья. Добрый день. Наконец-то мы встретились, есть возможность пообщаться, давно хотела. Следила за вашим участием в проекте «Классная тема», смотрела ваши уроки, искренне восхищалась тому большому труду, который вы проделали с коллегами. Да, это действительно был очень большой труд, да. И не одного человека, а целой команды, очень большой команды. Я как телевизионщик оценила сразу, вот давайте сразу начнем, сколько было человек, потому что там такая работа, правда, была, там только в кадре было несколько человек. Да, действительно, это были, помимо тех людей, кто в кадре, помимо меня, это были и актеры, которые исполняли те или иные роли, это были и режиссер, и сценарист, и рабочие непосредственно сцены, и световики, и операторы. То есть это очень большая, серьезная команда была, которая сделала, ну, действительно отличный продукт, я его так могу назвать. Я тоже который могу действительно сказать, достоин. Да. И в первую очередь для меня это был действительно опыт именно работы с такой командой на таком высоком уровне. За вас голосовала вся Амурская область. Думаю, да. Не только, наверное, друзья, которые где-то вот по России живут, и те, кто знает, бывшие земляки, они тоже наверняка голосовали. Там сколько было голосов за ваши уроки? Более 21... Господи, как по-русски это 21 сказать? Тысячи? Больше, да, 21 тысячи голосов было. Это действительно, ну, это было неимоверно круто. Это, да. Это были лично для меня большие эмоции. И, ну, скажу честно, неожиданно такая прям массированная поддержка. Я бы хотел сказать огромное спасибо каждому жителю нашей области, кто искренне поддержал и помогал в голосовании, потому что я знаю, что информацию распространяли везде, где только можно, и по несколько раз. Это действительно получилось... Так, несмотря на то, что не удалось выйти в финал, но вот эта вам поддержка... вам там немножко не хватило, да, но вот эта поддержка, которую я ощутил, и огромное количество добрых слов, это, наверное, самое главное и дороже любой победы. Это правда, это очень серьезно. Я тоже думаю, что вы, наверное, не ожидали даже, что столько людей вас поддержат. Да. Это так приятно. Но труд, правда, достойный. Я вот отдельно хотела поговорить, да, сценарист, то есть там какие-то еще отдельные сценаристы были. Идея, я так понимаю, была ваша какая-то изначально, да? А там еще кто-то помогал со сценарием? Ну, конечно, это достаточно, так как это высокий уровень, да. Не нужно было сделать видеоурок, который будет в первую очередь смотрибельным, будет ярким. А так как я обычный учитель, я не имею представления о многих вот этих телевизионных процессах и съемочных процессах. Поэтому изначально обсуждение темы, составление сценария, корректировка сценария шла в тесном сотрудничестве именно с специалистами. Кто вообще додумался превратить урок биологии в триллер? Ну, там был не только триллер, да, там был и детектив, да, и интервью. Вот это вот была очень классная идея. Эти все идеи, они на самом деле вот рождались по ходу написания сценария, разработки его. А также некоторые моменты, они прямо на съемочной площадке, само собой, рождались импровизации, что вот, а попробуем так сделать, и действительно так. Я полностью доверял съемочной группе, с которой я работал. Это были, ну, неимоверно талантливые, заряженные, энергичные люди. Несмотря на то, что съемочный день был очень долгий, начался утром и закончился практически ближе к полуночи, тем не менее, то, что получилось в результате, вот лично мои ожидания превзошло многократно. Но все равно, несмотря на то, что Илья скромничает, да, и говорит о том, что там целая команда работала, все понятно, но у него до этого попытки уже снимать интересные уроки биологии были. Вообще, когда начали снимать что-то и выкладывать в разные соцсети? Ну, изначально, год назад я побывал на форуме классных руководителей в городе Москве, и там познакомился с интересными педагогами, которые...
помимо того, что ведут уроки, еще каким-то образом транслировали свою разносторонность в социальных сетях. Угу. И я увидел разные форматы, которые можно тоже преподносить. Вот что они там делали? Вот что вам понравилось, самое запомнилось? Помните? Каждый учитель идет в каком-то определенном в основном направлении, угу. иногда комбинируя. Я решил тоже пойти по этим стопам, набрался опыта и начал просто с юмористических роликов на школьную тематику, про учителей, про учеников. И это начало заходить. Людям это начало нравиться. Кто вас смотрел? Ученики? Ученики, родители, коллеги из Амурской области, коллеги из других регионов. И начала набираться аудитория. В принципе, работая с детьми, мы пробовали разные варианты вот такого видеоформата. Видеоформат это, конечно, классно, это смотрибельно. И мы разные такие мини-проекты запускали, делали. И в конце концов я дошел до того, что необходимо, ну, юмор это хорошо, но все-таки создавать образовательный контент, угу. это тоже нужно и правильно. И опять-таки вместе с командой мы начали создавать проект, который называется «Телескоп», который выходит у еженедельно по вторникам. То есть прям вот такая еженедельная подача, да? С небольшими, бывает, перерывами угу. объективными. Но да, то есть на стабильной основе. И самое главное для меня вот сейчас открытие, что эти ролики не просто набирают там определенное количество угу. просмотров, там 2-3 тысячи, там, до 10 тысяч доходит, а мои коллеги, учителя биологии из разных регионов, мне писали, что они действительно эти ролики берут и используют у себя на уроках. Это самое большое. Да. Вот это вообще здорово. Да, это очень неожиданно, знаешь, что все не зря и все идет в правильном направлении. Это интересно. Если придумать нестандартную подачу, добавить немножко юмора, и в том числе это разгружает и себя, свой мозг, переключаясь на другой вид деятельности. А вы используете свои видеоролики на уроках? Вот как-то по темам еще не совпадало, потому что телескоп – это про анатомию. Угу. Анатомию проходят в 8 классе, угу. а вот как раз-таки сейчас я в 8 классе не веду. Но уже появляются ответвления, которые, думаю, можно будет использовать. Как вообще ученики реагируют? Абсолютно спокойно, нормально реагируют. Ну, им нравится, они говорят, что-то мы видели ваш новый ролик, урок, конечно, классно. Смотрят. Больше, конечно, реакции на смешные различные ролики. Угу. И просились дети, а давайте с нами снимем. И с удовольствием снимаются. Потому что это показывает другой формат работы, который, наверное, только входит пока еще в нашу жизнь, в педагогическую деятельность. Ну, вот действительно хотела, кстати, про это поговорить, потому что образование все-таки такая достаточно консервативная структура. И тут вы со своими идеями, роликами, программами сразу же коллеги как-то вот правильно восприняли эту историю и поняли, что в этом есть какой-то потенциал еще. Ну, никаких негативных отзывов не было, ни в коем случае очень хорошо. Не слышал. Начали обращаться учителя, говорят, мы тоже хотим. А помоги, объясни. Как это сделать? Да, как технически это сделать, потому что, конечно же, можно просто снять на телефон и смонтировать как-то неаккуратно. Но со временем понимаешь, что хочется более делать качественный контент, и поэтому приходится прибегать к каким-то особенностям, ухищрениям. И, в принципе, сейчас я провожу занятия для педагогов периодически по именно вот созданию такого креативного контента и образовательного контента именно для социальных сетей. Это педагоги вашей школы как-то? Это педагоги нашей области. Отовсюду, да? Да, нашей области. Но в этом году мне удалось, в том числе по этой же тематике, меня пригласили в Якутск с молодыми педагогами поработать, весной летал. Поэтому это очень востребовано, это очень интересно, и в том числе общаясь с заряженными педагогами, которые хотят делать что-то еще, кроме ведения уроков, сам набираешься опыта, сам набираешься энергии. Илья, вам спасибо огромное. Правда, я тоже сегодня немножко зарядилась. Всегда хочется, чтобы у детей были веселые уроки, чтобы им действительно было уроки интересно. Уроки не должны быть веселыми все-таки. Да. Уроки должны быть... как минимум интересными, давайте так. Интересными, да, но все-таки это, в первую очередь, работа, они должны быть рабочими. Договорились. Все, с учителем не поспоришь. Вам спасибо и удачи спасибо в работе. Спасибо. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Илья Уточкин, учитель биологии школы номер 10 города Благовещенска, полуфиналист проекта «Классная тема». Вы смотрели «В центре внимания». До встречи в эфире.